открываем. Дальше тут мешает труба. Это самое. Если еще вторую половину открыть, вообще не выйдешь это. Ну, и чего тут? Полностью открыть ворота на дачном участке Нина Михайловна не может. В конце лета в садоводческом товариществе обновили и проложили коммуникации так, что труба стала препятствием на выходе из дома. Пенсионерка уже обращалась в рубрику «Городской дозор», чтобы достучаться до председателя. Валентин Шестаков пообещал, что скоро проблему пенсионерки решит. Спустя месяц после выхода нашего сюжета трубу в одном месте перепаяли, а в другом оставили как было. Калитку, правда, сделал. И то еще сказал, вам что, вода нужна или хороший доступ на огород? Я говорю, мне и то, и другое надо. Это я что должна выбирать-то? За воду платим, за землю платим, за все платим. Чьего содержим на наши взносы-то? Каждый год взносы растут, а к нему не обращайся. По словам пенсионерки, для того, чтобы ворота снова открывались полностью, достаточно закопать трубу. Она просядет и не будет мешать. Жительница несколько раз связывалась с председателем. Валентин Шестаков предложил Нине Михайловне устранить проблему самостоятельно. А вы что, еще не закопали ее? Я говорю, а кто должен копать-то? Ну, вы муж. Я говорю, а мне мужа нету. Ну и что ж, к вам кто-то ходит на огород, вот пусть копают. Ну это что это за ответ? Это какое-то, я считаю, это хамство какое-то. Получить комментарий от Валентина Шестакова нам не удалось. Если председатель так и не примет меры, пенсионерка планирует обращаться в суд. Предысторию проблемы с трубой можно посмотреть в сюжете «Конфликт в Красной Звезде» на нашем канале в YouTube. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.